Артем Гайнудинов в этом году за штурвал полевого корабля в качестве комбайнера сел впервые. До этого работал на экономической зоне в Елабуге, пожарном и в Менделеевске. В данной же профессии наставником для новоиспеченного комбайнера стал Ильшат Бенков, один из опытных механизаторов отделения «Нократ». Правильно говорят, где родился, там и пригодился. Работа нравится, и коллектив сплоченный, говорит Артем Фанилевич. Интерес раньше был, конечно, с отцом маленько ездил. Но не на таких комбайнах, конечно, Джон Дир. Вот сейчас пришлось время, сам сел уже. Но пока еще, видите, погода не позволяет. Вот так 6 до 6. В настоящее время на полях озимой пшеницы готовы приступить к работе 8 современных комбайнов. Но дождь, прошедший ночью и повторившийся утром, задержал этот процесс на 2 часа. Чтобы приступить к жатве, влажность зерна должна составлять не более 20%. Сейчас мы с агрономом общества АПК-продпрограмма Ильнаром Ермеевым проверим, сколько же у нас влажность зерна. Что для этого нужно делать, Ильнар? Для этого нужно отобрать колосья. Вот мы измерили влажность, и наш влагомер зерна показывает 19,3% влажности. Это значит, что комбайнеры скоро приступят к работе. Аграрии уверены, что в этом году урожайность зерновых не будет особо отличаться от прошлогодних показателей. Если за сезон 2022 года с одного гектара собрали 48 центнеров, то выход этого года ожидается по 46 центнеров урожая. Азимойлар Нократ отделениесинде 3848 гектар. Озимые культуры в этом году составляют 3848 гектаров, из них 83 гектара тритикаля. Пока урожайность идет 46 центнеров, но я думаю, можем добиться и 50, так как массивы на полях в Клёжском поселении очень хорошие. К жатве в эти дни приступили и в отделение Токаныш. 9 комбайнов этого подразделения работают на полях возле села Тулбаева. Фаузия Нургалимова, Алмаз Камалеев и Эль Шахудинов. Новости Татарстана.